Работа органов местного самоуправления в Химках – образец не только для городов России. Группа депутатов Национального собрания Республики Беларусь посетила наш округ с целью обмена опытом. На встрече обсудили работу администрации в рамках выполнения программы социально-экономического развития. Гости высоко оценивают деятельность местной власти и готовы к сотрудничеству. Видим дальнейшую перспективу в том, что мы можем эти отношения развивать, улучшать и давать возможность нашим жителям посещать Беларусь также по тем путевкам, которые будут предоставляться на льготных условиях в системе здравоохранения. В этом году в рамках сотрудничества России и Беларуси реализовано 27 программ и комплексных мероприятий. За счет совместного финансирования, объединения идей создаются уникальные проекты. Строятся роддома, создаются технологии по переработке, например, мусора, по созданию стволовой клетки, по новым электронным технологиям. Конечно, тема санкций не осталась без внимания. Нам очень приятно, что вы всегда, как старший брат, поддерживаете Республику Беларусь. Мы уверены в вас, мы действительно и вас никогда не подведем. Но если сегодня, когда существуют санкции против России, поверьте, мы всегда подставим плечо. Гости из дружественного государства уверены, что избежать дефицита каких-либо товаров и роста цен поможет сотрудничество, а именно открытие рынков с белорусскими товарами.